Новочебоксарский городской суд вынес приговор в отношении двух жителей города Йошкар-Олы. Молодые люди, открывшие стрельбу возле ночного клуба, приговорены к 14 годам лишения свободы. Напомним, год назад в Новочебоксарске возле развлекательного центра «Президент Холл» из тонированного автомобиля была открыта стрельба в сторону находившихся на парковке молодых людей. Стреляли из гладкоствольного охотничьего карабина «Сайга-12» 12-го калибра. Четверо парней получили огнестрельные ранения, двоим был причинен тяжкий вред здоровью. После стрельбы нападавшие скрылись за пределами республики. Их задержали 21 августа 2014 года на территории Московской области. Они признаны виновными в покушении на убийство двух и более лиц, а также в умышленном причинении двум лицам опасного для их жизни тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде 1 года ограничения свободы каждому. Кроме того, с осужденных в пользу потерпевших, которым причинен тяжкий вред здоровью, взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2 300 000 рублей. Другие пострадавшие исковых требований в рамках уголовного дела не заявляли. Приговор суда не вступил в законную силу.